пришлось потерпеть две игры. Не нажать кнопку старт. Оставаться для лохов. Это те же самые, по-моему. Только другой саппорт. Мы... Только в этот раз мы стали серебро 6, догнали их. Эх, жаль, у меня чат не включен. Сейчас бы написал, здорово, пацаны. В этот раз, типа, нужно 3-0 выиграть. Не, я сейчас делаю 2-0, опять ливаешь, короче. Да. Или чисто состоим одну игру. Серьезно, заходу промарита дали 2 фривина. Вот мне тоже дали 2 фривина вчера. Я не знаю, вообще, на самом деле. Вообще, как-то фривины дают такое... Целый день радостный ходишь потом, блядь, с хорошим настроением. Человек дебил, он взял тупого хила, который не очень-то и сильно дамажит. А у хила задача дамажить? Что-то куча мала у нас. Не забрали. Ульта пошла. Врежь. Станет. О, а чё мне так хп-то разбрили? Я еле-еле спасся от ульты. Понятно. Да, типа того. Ничего ж ты не ткнул, ты его. Да ладно. Я тебя хилил. Я не могу это время оттачить и хилить. А ты сарака, да. Не, я Яна. Он промахнулся, это так и просто помогло. В смысле, ну, не знаю. Может быть. Бывает. Серега, они что-то там. Я в крышу зашел просто. Стан навреши. Машферу? Да. Лидер, вот тот же. Бля, зачем я ударил? Он уже сейчас в стане постоял. Стой. Да и ульт. Да. А, я вот так сношу, да? Да. И посмотри, сколько у тебя там мага, типа, там у сферы 50 хп всего. На правой атаке сколько у тебя там мага наносит. Да и ульт, блять, это точно. 38 урон.
Ну вот, видишь, типа достаточно до 12 сбить хп, и после этого ты ваншотаешь ее. Ой, точнее наоборот, до 38 на 12 хп, и на 12 хп просто дамажит. Че, проигрываем этот? Не. Зачем? Нам же надо буститься вперед. На винстрике же много дают, забыл, что ли? Ну, я имею в виду одну эту чисто. Чтобы баклажан рос, надо побеждать. Бля, вот это. Я всеми тремя попал. Застанет сейчас я снова. А, блять, он выпрыгнул от пидрила. Там Яна ульта убила. Баклажан. Ну, у нас иконка баклажана была. Sorry, guys. Хороший герой-то, а. Баланс это точно. Типа, если на нем уметь играть, то можно ебать просто. Только на так. Ну, нового царакина мои. Че, не умеешь играть, что ли? Пока еще нет, недостаточно хорошо. На самом деле, я никогда в жизни не использую свои эксы. Ну, один из. Это, кстати, не скин, это оригинально, она теперь так выглядит. Ее перерисовали. Качи скин. Ну, там опять даун. Керри. Корки. Мы же с этими пацанами играли уже. Ты уверен? Да, кстати, да, это по который три напрыгивали на Яна. Да, на меня. Несколько Карл Роу, которые еще писали в чат как дерьмо. Они играли, когда они были серебро 6, а мы были бронза 1. Что-то они стали серебро 5, а мы серебро 3, как дела, ребят? Вы там вообще качаетесь, апаетесь, вообще стараетесь, do even lift? Там тот же самый сетап, да, что и был? Нет, тут бабка есть. Я умер. На ульте. Я. Ну, против этого сетапа перл легче. Раз. Вот у моего чемпиона проблема в том, что тут, когда напрыгивает много людей, мало что сделать. Тут умер. А, он, блядь, прыжочек. Там две сферы энергии.
Ну. Да, тебя магнитом. Может, я на продать там типа? За колоннами доджите от бабки и все просто. Да при чем здесь бабка, блять, бабку вообще не было, как бы. Она только в конце ультой, да, нас убила. А так нам все хп снесли двое вот этих пацанов. Они просто прыгают, они по цепочке. Один толкает, станет, потом после этого прыгает, второй станет. И ты мало чего можешь сделать, постоянно в контроле понял, стоишь. Понял, все. Разберемся. И они это чередуют по очереди. Это такой канцер, блять. Яна там, короче, когда он летит, может пробел нажать и его застанет. Но это хай левел нужен. Реакция. На хэддаун снизу. Ну вот видишь, и вот так потом прыгает. Это чисто одна тактика, блять, по одной тактике играют пацаны. Просто решил не хилять, а вместо этого ебашить пацанов. Лол. Чё, как дела? Нормально? Такое. Просто не хиляю, там сами выживайте, просто бью. Мачхэ. Контр по пробелу я за это забываю. Ничего, контрол пробел дает. 25 дамага типа подаю по врагу. Ну это у него X1. У меня усиленный пробел. Ян. У каждого свои усиленные фишки. Так он на shift вроде. Ты типа перестал маш. Ну у меня на контроле стоит. Чемп. Когда перестал хилить? Нет, но я все-таки хиляю, но типа не так. Не в приоритете. Типа фокус дамага, да. Экзекут себе поставил. Я просто не то что хила, а стал брать эти какого дамажащие скиллы. Это лайты. Не пробовал усиленную кушку soul damage, она работает. Интересно будет попасть в стрелка блайндом, конечно, это мне кажется ультра жесть будет для него. Меня принять.
Возьми мою энергию, там почти ульта, по-моему, да. Неплохо, Ян, ты его... Ты ему снял ульту, блин. Вот это очень сложно было сделать. Когда он прыгает. Только один раз успел выстрелить. Типа, он может перепрыгнуть твой выстрел спокойно. Ну, там окно просто ультра небольшое. Да. Что, сильвер 8? Не, золото 8. А, там золото 8. Скиллы черв, лаки черв. Да. Ой, там же была кнопка, она... Че я сундуки открою? Пиздец, и конечно же на нового чемпиона ничего не падает. Только поза выпала, не знаю, каким-то образом. А ни оружие, ничего не падает на нее вообще. Сундуков. Мне скин на нее выпал. А, да? Угу. Ну какой-то там... Нормально, значит просто... Ну да, там основные реколоры, да, типа стандартные. Хромопаки. Да, мне просто, видимо, не повезло. Альт Дудак, серебро 3. Нет, ты можешь ультовать уже. Меня пизда сейчас будет, скорее всего. Ян, пожалуйста, помоги мне. Кто-нибудь, ёб вашу мать. Ну ладно, сдохните нахуй там все. Нормально, по идее ты можешь его перегреть. Even see what he did.
Да, с Адамдес перерисовывали. Я не знаю, я не могу кастануть прыжок, который кастует. Да, ты в контроле, потому что ты стоишь. 0,1 секунду. Просто у Крока прыжок тоже кастуется. Просто ты ульту стал вплотную к нему кастовать, и все там. А у нее каст времени. Ну да, 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 согласен, недавно. Тебя поймали цикл ТЦ. Уже типа не выйдешь. Станем. Знаю, как мы выжили там, океан выжил. Не через стену. Мы рука просто зафокусили. Короче, вот когда рук приходит, все просто втроем на него садимся. Не надо никуда кого-то там другого фокусить. Когда он на нас прыгает, он типа от них соляного уходит далеко. Его можно быстренько запиздить. Главное, чтобы, блять, не попасть ему в инвул. Потом его можно бить. Его каунтер. Но он ждет, пока сфера типа появится. Да, вот, да. Ждет удобного момента. Смог!
нашли страту. Мы из-за того, что ждем Рука, не бьем пацанов, которые заходят. Я не знаю, кого там бьёшь. Ты там, да, в угол ушел. Но это не в этом проблема была. Я не знаю, в чем проблема была. Просто в рот взяли и все. Там Машка в самом начале чисто сферы заспавнился, он уже только стану. Я в душе не знаю как. Не, первую сферу забрали без ульты. Машки. Там Рук забрал ее. Да? Окей. Можно его фигарить. Сфера есть, пацанка. Ага. Я забрал. Нормально. Мы покоцали неплохо. Для ультана. Как я отошел же? Ладно, не знаю, я там Солянова миллион лет жил, пока ты где-то ходил. Ну, я отходил от мухи. Тоже в Солянова миллион. В смысле, блять, и муха с Сашкой меня вдвоем били, я не знаю, от какой мухи ты отходил. Можешь на реплей посмотреть. Ну, наверное, я терял КП, просто так бился головой об стену. Давай я зайду в реплей и посмотрю специально. Давай. Когда он меня поджал на их базу. Там изначально он мне дал блайнд, они были в центре, я отошел вправо. И тогда меня муха начал поджимать. И ладно, я увидел, что ты просто снизу отходил до Ашки. Пиздов его уйти. Не могу тебя хилять, когда тебя нет рядом. Да я понимаю. Просто обходил пиздец окольным путем. У меня был блайнд, я вообще никого не видел. И они вдвоем меня пиздили вот после того, как ты сказал, что он тебя зазонил в их базу, и после этого они вдвоем меня били. Это секунд 5. Понял. Все кулдауны я просто слил, блядь, чтобы выжить, и потом ты пришел в ульту, в Ашке встал.
Ладненько, короля Артура не видим. Сейчас опять будут на Яна прыгать. Два человека. Смотрим. Может, у них не такая страта. А какая еще может быть страта? Бля, какого хуя рефлекта не работает, дерьмо. Ай. Кафели. Также, блять, Райгон пытается мне что-то сделать. Там в один момент он сел на Яна, куда-то отзонился вообще за стенку в левый верх. Там Ян хорошо задоджил ульту очень. Он в него ультовать хотел, и он что-то сделал, и он, короче, ульта не пошла. Я что-то нажал, и все нормально стало. Иначе было бы больно, если бы он попал в ульту, скорее всего. Там бы всем было больно, потому что мы стояли в зоне. Да. Походу, дальше пошел. Ну, ты что, дал? Пацаны. Блин, в панике. Сори. Как же я сам себя убил. Рефлек опрещил. А, она не рефлектит мили, она только проджектайл рефлектит. Карьер дерьмовый немножко против милишников. Написано, что отталкивает, но что-то не особо отталкивает. На себя будут прыгать. Понятно, что нет. Они будут прыгать на того, кого они могут бить, понимаешь? Мы отзонились от. О, нет! Там будет мне пизда, мне кулдаун. Но у меня ультом срезало. Нет, еще ультом. Блин, опять. Опять. Не можем добить 10 хпшных трех человек. Миллион лет танцуем.
такое? Почему я крутился опять в воздухе? Он тебя типа толкает, подкидывает и встань после этого. Не, я не знаю, как его ульта работает. Ну, а что ты крутился в воздухе? Что ты хотел сделать? Убежать или что ты хотел сделать? У меня два прыжка. Ты не можешь прыгать, пока на тебе его ульта, пока он тебя не застанет. Ты не можешь выпрыгнуть из нее. Ну, а в прыжке в своем, когда я кувыркаюсь, я уже неуязвим. Меня он не может затаргетить своим тиммейтом. Он, не знаю, ты не прыгал, ты просто подошел к нему и все. Я ультанул. Там не было даже каста. Никакого. Трофл, просто бля, забей, я туда еще побежал. Аллах Акбар. Да, понятно, что ты там соляного подыхаешь. На самом деле, очень легко сразу подыхать, когда никто ничего не говорит. Типа, я не говорю, что у меня кулдаун, что я стою за стену и ты против саппорта выпьешь пул хпшного. Зря взял энергию на фул энергии. Delivery.
тут, если только на... А, вот так это на тебя. Ну, а на тебя, если паникой попадет, тогда... Ладно, у тебя ХП, наверное, останется даже. Возьми хилки. Вторую ты не взял. Вторую паникой тебя вытолкнуть. Ты ее никак вытолкнуть не можешь. Серебро 2. Можно автопропуск вот этого видео настроить? Наверное, нет. Вы тоже постоянно спойлерить нужно? Да, просто пробил нажимаю. Даже не, я даже не замечаю, типа, что я его нажимаю на автомате. У них не присоединился. Что нам не дают выбор хилов. Надо вот это почаще, наверное, ставить. По идее, типа, в радиусе этого дерева ты не получаешь табак, дерево получает, забирает табак в себе. Я только не знаю, хиляет ли оно. Нет, не хиляет. Просто 45 табак, поэтому параша. Нормальная тема, прыгаешь, оставляешь... вместе дерево, вязается у него там, не знаю. Ну это типа брать его, да, я его всегда и так ставлю, дерево, когда в него врезаются, чтобы его обычно ставишь. Типа его надо ставить, когда какой-то бурст ультимейтов идет, чтобы... Это же самое тяжело это. Нет. Я не те же самые. Вроде нет. Эти золотые были, а эти серебряные. Пока пока остался. Надо сдвигать. А, там бабки не было, я думаю, что так легко-то, блядь, мы 2 на 3 играем, пиздос. Они сдались. Чаще Элла и жизни. Золотой сундук. Это прокачку аккаунта, что ли, за левелы дают. Золото 7, welcome. Ну да. Ничего такого. Оружие какое-то.
Мне же еще обещали какие-то то ли руны, то ли мастерки вести. Лиги легенд наоборот собираются выводить руны мастерки. К релизу. Может я наебал. Не знаю, что-то такое было там вроде. Бля, вот этого пацана давно не видно было, Шифу. Ты бородатый? Да. По идее, ебошер. Сейчас посмотрим. Может, его типа супер занерфили там как-то и все на нем перестали играть? Запад. Не, он просто сложный, чтобы... Мне кажется, его не... Да, мне кажется, его типа нельзя занерфить, типа там... Просто... У него, если ты даешь куханы вовремя, ну, то есть все время в них кто-то бьет, и ты нереальный пацан. Ну, это значит то, что и противники дауны, раз они бьют у себя. Пизда, каунтер ёбнул. Хорошо, что Ешка прокает каунтер. Всего лишь он золото 5. Он ещё ни разу не крутился. Он крутился один раз, я отпрыгнул. Да? А, ну сори, да. Защита у меня чуть не увидел. Ладно. Я ему... Ни разу стан не дал. Типа в этом проблема, наверное. Все время в матур. У него, короче, как только заканчивается. Чоп-чоп-чоп. Не, это мы не выиграем. Слишком хэви. Надо зафокусить одного. Умеет играть просто. Да тут никого не зафокусишь. Тут им легче зафокусить, чем нам кого-то зафокусить. У нас такие чемпионы, которые... Которыми не зафокусишь. Самим бы не сдохнуть. Просто залынить нужно. Попробовать. Ну вот мне нечем олынить, понимаешь? Окей. Я могу дерево на них поставить, но оно не дамажит, сори. Если он сейчас будет на страйк крутиться, ну пизда. Блин. Не знаю. Ты сейчас
слишком сильно они играют для золота 5. Может, отработанный типа матчап у них. Ниже опять. Тут единственная тактика. Бля, то там без каунтера нас ебут, как бы, блядь. Постоянно в инкапе стоишь, об стеночки толкают. Шифу, блядь, и станет. И этот станет, как у них. Просто они просто пользуются станами. И рук постоянно сильным станом. У нас 0 станов, блядь. У нас есть стан, но парашный. Ты гонщик, что ли? Стой в станчике. Бомжи, блин. Нет, бомжи это мы, а не они. У меня все противники бомжи. Нет, плохо. Почему? Не знаю. Слишком токсик. Вот почему.
на месте покрутился. Не, пизда, скорее всего. Да. Что-то не утонул у него. Он был умер. Как? Он встанет, стоял. Он встанет, ты его застанил, у тебя ульта готова. У меня 0 хп, ты типа, его ударил там еще. Челик, пока... Он тебя и так бил, как бы. Один хуй тебя бил, две атаки сделал, все равно ты умер. Что ты кастал, что ты не кастовал ульту. Ты мог задеть их двоих, они бы сдохли бы после тебя. У тебя была бы ничья. Типа после того, как после стана ты вместо того, чтобы ульту зарядить, ты дал ему еще одну или две автоатаки. Ну, еще за это же время ты мог. За это время. За это время ты мог зарядить, мне кажется, ульту. Ну ладно. Блять, как же Ян, сука, бьет ему в каунтер, блять, чтобы он мне ебало ломал, пиздос. Get much to learn, пацаны. Сундуки открывает. Hello. Yo. You're good enough. Ну там типа каунтер вот. Против того состава, которого в прошлый раз играли, мне на перл легче играть. Против вот этих пацанов, против вот этого ебучего саппорта, мне легче на сараке играть. Прям чувствую разницу. Сейчас, блять, против этого буду на перле
на ротан получать. Какого на сферу ебать? Он забайтил. Просто автоатаке по три дамажит, я видел. Ой,
бейт на сферу заключается в том, что мы делаем 2 или 3 автоатаки по ней. Потом они начинают заряжать на сферу что-то. Мы в нее, в них бьем, пока они не заряжают. Отойди, Ян, там ульта. Понятно. Хотя бы Яна убил. Блять, случайно их нажал. Блять, там один хп у меня, наверное, осталось, я не знаю. 3 хп осталось. Нормально. Смотрел прям, как уменьшалось. 9, 6, 3, зависло, 24. Теперь наша очередь пацанов сжимать и ебать по углам. Как в прошлых катках нас уничтожали.
чисто Яну устроили туристический поезд по, блядь, рангам. Посмотреть, типа, на... Как чуваки в разных дивизионах. Да, 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 на дивизионы. Экскурсия по этому. Ну, тут то же самое, рубка. По Battle Royale, да. Pearl Jade. Да. А чё типа ранковые, но типа тут повторяются. В смысле? А, ну... Но тут же нету такого. Банов. И чемпионов мало, типа. Чтобы не повторялись, мне кажется. Тут, да, нету как бы контров никаких. Тут чистый скилл. Не, ну контры есть на самом деле. Есть чемпионы, ну, прям в которых ешь, легко ты играть. Ты можешь, если ты просто бог, сыграть. Оп, поймал. Пузырь. Блять, не попал. Я умер. Да, скорее всего. Да, не туда. Блять, каунтер ударил. Не зря ты, я туда прыгнул. Типа у них тут сверка есть. Yeah.
Смэш, смэш. Сейчас будет этот, да? Что-то много руков. Очень популярный чемпион. Ну да. Стой. Стойте пока. Может, просто апнули его, я не знаю. Почему он никто не читает? Его типа на это мело берут, а на повыше. Его повыше реже встречается. Не знаю, это хавчик свой. Это вообще рофл какой-то ансамбль. Бля, он же в меня ударил, какого хуя? Я съел рыбу. Замочу меня живу вообще. Святой дух, я. Да. Да, тут, блядь, ульта. Я, кстати, сейчас уеду, скорее всего. Лохотбар. Another victory, all thanks to me. Блять, ну я же в каунтере стоял, ну какого хуя? Чисто нашел дело себе после серки выбили. Бля, я плей за гейм. Нихрена себе! Ну ты на дамаже. Крутится сверх. Вот
но это было неожиданно. Внезапно начал дамажить. Он понял то, что может, научился играть. Нужно бить сферы. Может, теперь в каждой игре будет 500 скоро хотя бы в каждом раунде. Чё ты тролльбасишь, пацана? Чисто такой начинает игру и сразу 500 скоро уже фул. Зато нам вообще сложно. Один челик уже, два челика уже мертвые такие. С Антоном вообще сложно. Сидишь себе в Лигу Легенд, играешь, а потом роль. По-моему, те же самые ребята, только теперь вместо перлы там он взял хорошего саппорта. Все остальное... В смысле, этот саппорт хуже вообще, это для них. Ну ладно. Или... Погоди, кем они играли? Да вообще поебать. Не, ну те же самые, только вместо перлы саппорт другой. А, Перл там была. Я вообще Перл не почувствовал. Муху сейчас, может быть, почувствую. Придется доджить его панику. Ну да. Вот, можно за колонной чисто мансить, как босс. Блин, тап нажать. Да. Бля, слишком поздно нажал контур. Ни одного человека не убили, у них у всех больше поздно хп, ебать. Короче, просто персонаж этот, кусок говна, и стилус. I need to know that I'm missing. No.
сади там. Ой! Такое. Ебал пистилс, не сдохнет кусок дерьма. Энергия чатом валяется. Что-то мы их... Да. Ну да, нормально. Повезло очень сильно просто. Наверх? Этот не сбежим. Да, вообще поебать.
Локи. Хотя бы одну выиграли. Then you're gay, don't pretend that you're straight. You could be who you are any day of the week. You are unlike the others, so strong and unique. We're all with you. If you're straight, she brought you. You can help procreate and make gay little babies for the whole human race. How are you doing? The world we can live in. We're the one who you love's not an issue. Yeah. Скоро у Джейд ульта будет. Хороший стан. Подожди, я энергию возьму. Лет с нуля, ради чего? Ну, они ж серебро один. Палому быстро убили, повезло. Если бы мы его не убили, то было бы тяжело. Ну, если бы ты рыбу ее не схватил бы, я бы на нее не прыгнул, то да, было бы очень вкусно. Блин, я вот хотел налить. Подождите, гайс. Сори, не дебик. Thank you.
Ну тут хорошо сейчас было. Да, тяжело. Согласен. Я не знаю, как ты там ужил на самом деле. Да, мансил просто. А не серебро оденешь. Тебе надо было сказать, да я бы тут и в соло выиграл. Я типа экономлю на скиллах. Не юзаю эскейп, когда могу похилять себя. Ну, тут просто типа... Типа нужно эскейп юзать, когда какая-то параша случается. Что-то... 5 FPS. А, понял почему. Все окей будет. Блин, прям под ульту прыгнул, я тебе. Так, это скорее всего сдох. Бля, как же мы их размансили, пиздос. Серебро побеждаем, как... Не знаю. Наказываем как нубов. Сори, пацаны. Еще рано. В золото. Ладно, я спать пошел. Давай, я. Давай.
Че, еще хочешь играть? Или... Платина, что там у нас? Можно Аджин? Платина 7, блядь. За одну игру сыграли, платина 7. Здесь играем миллиард игр, блядь. Сука. Что это за плейсменты, ебать, похуй. Мы же вроде в прошлом... Кем... Тут не написано, с кем я играл, проблема. Здесь название, типа, тим команды, а с кем я в этой команде играл, хуй знает. И два подряд рарных скина выпало, но это Cool Story Bob. Ну, наверное, мы с тобой это платину 3 заработали. Больше не с кем было заработать. С Игорем уже... Нет, с Игорем вряд ли платина. Даже маунт упал такой же, который есть, но... Хотя нет, наверное, мог и с Игорем взять. И, но с Игорем вроде не играл. Сундуки открываю, и два дубликата каждый раз выпадает. Прошел игру, походу. О. Дай-ка сыграю соло одну игру. Давай. Хочешь знать, куда бросит? Да. Все, шел на стрим, смотри. Стрейч. Буду угорать, если... Сейчас, типа да, в, сол, в соло меньше, меньше, да, меньше, чем то, что мы с тобой сыграли вдвоем. Никто не играет, находит парников. Можно, конечно, убрать стрик матчмейкинг. Ну, не знаю. Убрал сразу нашло. Ну вот мы играли стрик матчмейкинг, все равно кидало нам типа серебро, там, не знаю, пара шесек. Ну да, не очень понятно, типа, какой смысл.
чего он его вытолкнул сквозь стенку, я не знаю, что так можно. А, он просто в инвиз ушел. Не, он в инвиз ушел, он прыгнул. А, нет, просто. По крайней мере, на стриме это выглядит. Я показалось, как будто вот толкнул, блядь, или сквозь стену. Ну да, похоже, я типа улетаю. Если чё... Стелса жабки хватает, чтобы любой контр переждать. То есть если он в мили себе стоит. Ну это я знаю, что если ты, если он ушел в стелс и сразу контр нажимаешь, то ему хватает, я знаю это. Просто... Забываю. Страшно, что стан даст. Если чуть-чуть раньше, если чуть подождать и потом каунтер ставить, то хватает. Еще все, пацан типа не успевает и идет в каунтер. Ну да, там тоже уже начинается майндгеймс, ты же не можешь посчитать, да, секунды, сколько там. И челик думает, ну там под конец ударили, что-нибудь такое. Ну, он не взял на док секунды стелса, поэтому забыл. Разбака нихуя не делает. Ну, чисто 307 скоро. Вообще ничего не сделал. В булворк 0 урона он поймал. Вот сейчас, вот сейчас только начал что-то делать. Блять, я с ним стоял, я надамажил 300, он надамажил 150 в момент моей смерти. Как мы собираемся выиграть, я не ебу, блядь. При том, что на себе пацаны сидели. Ну там сложно, ладно, жабка постоянно свечится в него. Рут взял, может полегче будет. Не только жабка, еще и, блядь, эта подруга меня тоже пиздила. Мне нужно было за двумя следить, понимаешь, типа. Да не, я говорю про то, что жабка переключалась. Сказал изначально то, что они вдвоем на себе. Я как будто один в 2 играл. Ну да, есть такое. То есть там по сути. Блять, они меня пиздец законтролили, да? Нахуй комбой. Больше половины хп нету. Своему братану, чтобы он жабу. Чё мне ему сказать, блять? Бесполезно чё, что-либо говорить. Могу только сказать просто... Holy fuck, you are useless. Вот это я могу сказать. Он тебе написал сейчас? Нет, я ему могу написать.
Ну, не знаю, по-моему, ходить чисто рядом с тобой, нажимать щиток, и 100% защита от джаба, это неплохо. Но... каждому своё. Кстати, 20-й левел на жабе. Ассасин. Топовый пацан. Не то, что я. Опять. Ну и опять стол, скорее всего. Теряю хп, блять. Ей-богу. Блять, почему ему тащить дало? Дерьмо, сука. Он его убьет, скорее всего. Лакали мои промо. Да, платина 4 дала. Нормально. Чуть-чуть больше. Платина 7. Это со счетом 1-3, пиздос, блять. Жопа подгорела, лучше бы я не играл, сука. Парашник бака.